А у тебя FPS не падал, когда это обновление прошли с бустом? Я не обращал внимания. Так. У меня пули. У меня тоже пули. У меня тут гамма. Я щит подобрал. Слишком, блядь, меня замедляет. Тут против меня играет, но я не вижу его. Гекс близко. Со мной Гекс слился, я съебываю. У меня блок, да, и да. Все, блядь. У меня вообще ничего не нравится. Он за мной бежит или это ты? А, это ты. Это ты. Я... Ну вот здесь нас... можешь сломать, есть что сломать? Да. Вот. В упоре против нас красный дом играет. Красный дом играет против нас или слева, вот Гекс, короче. Короче, я ставлю бомбу. Пойду попробую девайс найти, может не подсвечивается просто. Там сейф был в красном доме, я думаю, он в бомбе взорвется тоже. Или нет, он не взрывается в бомбе. Сейф взрывается. Сейф надо отдельно минировать, чтобы он взорвался. Не, там какой-то АОЕ есть, если зацепишь, он взорвется так. Блин, нету до сих пор армора, я ищу. Ну, нормального девайса, блядь, нет, мне воевать нечем. Я тебе дам сейчас, давай. Возьми мою эмку, если клок возьму, все равно я без армора, без полезен. Бери это, если хочешь. Да не, глок лучше. Вон, чел, вон. Так, я далеко, осторожно. Двое там, без арморных. О, у меня угол говно, я не вижу. Ага, увидел. Вон. Увидел, у него. Там же второй бегает рядом они. Найс. Их кто-то. Их засэндвичил кто-то, засэндвичил. У меня пули нет. Бежит, понял. Я сейчас попробую просто крысануть и все. Вон один наверху, Толик, аккуратно за деревом, сейчас я выбью, вон он. Второй, все. Второй этот, как его, пикник, пикник. Да, да, я иду, у меня нету пуль. Я иду наверх. Все, иди, забирать. Пикник. Ух, ебать, тут сладко все лежит. Да, я армор нашел, ништяк. Блять, этот, как его, хил раз и этот, против нас играет, как его называют, блять, лайтхаус. Че, хил? А, у меня уже два хила, я уже. У меня могу. Тоже лайтхаус. Лайтхаус, он начекал, нас начекал. Все, я за... жду его нахуй. Краснота, по красноте бегает. В дом зашел. Вижу его, вижу, да, все, вижу, он там был, да. О, я режу угол, чтобы его закрыть. Он, сука, не уйдет отсюда, нахуй. Сзади нас никого нет, так что можно спокойно. Да, я прочекиваю просто и. Он тут вот. Удачи забрать. На, он мне в жбан дал. Там еще, если что, хилы лежат на веранде. Так что можешь спокойно жрать там. Вот здесь. В окошках меня вычекивает. У меня не так много патронов уже. Попал ему в жбан. Это другой, там двое оказывается. Один за зданием, и двое там. Бля, сзади нас уже слышишь, Толик, там вон. Давай, давай, сбросил. Хилы там поджирай, и можно отходить тогда. Что тут по хилам у нас? Еще хил есть? Еще есть хил? Да, вот тут лежит. Просто видишь, да, нас уже там снизу, по-моему, обходит. Да, в респе, может быть, против нас кто-то играет. Да, лол! Откуда без стрелять, башки, не понял. Без башки. Вон, прыгает один тоже. Вертолета. Это другой. Второй, который убегал, без башки был, блядь. Я ему попал нихуево. На нас ган падает, может подождем его? Давай. Надо выйти из гекса, чтобы понять, какая вообще ситуация. Ага, эта сука тут до сих пор где-то. В дельте.
ФП-250. Не, у меня есть пистолет. Мне нечем воевать, у меня только 5.7 и все, блядь. На тебе ганту, да? У меня кончились патроны в этой хуйне. И в спину начинают играть долбоебы. Вот, вот он! Еще там же за камнем, что ли, блядь? Не знаю, не видел. Еще. Нет, не вижу за камнем. Ладно. Че, ган забрал ты? Да. Близко против нас где-то играют. Я пойду сейфово обойду с этой хуйни. Так, наверное, на веранде шароебится. Я желтую таблетку почти накопил. Буду уже. Тоже, да, у меня 300 баксов до нее. Блять, стреляет по мне, не вижу. Я вон, отхожу. Вон, я вон. Отошел, я отошел. Отошел, вообще не понимаю. Вон он, вон он. Понял. Там. Так, желтую таблетку я тут. Нет, не могу. 4250. Я взял, было. Я взял. Блять, нет, это мы, слава богу. Блять, враги. В эрзоне с пиздатым ганом, пацаны. В эрзоне два типа с пиздатым ганом. Хорошо. Так, мы вот этот можем забрать. Да, да, он в упоре тут перед нами. Нет, не, осторожно, двое в упоре, блять. Ган забрали. Забрали ган, Гарри. Понял, я играю аккуратно. Я со спины обхожу. Я в здании, короче. Давай. Они могут быть в здании, нет? Ворота еще один. Ворота. Ой. Перестрелка у него была тут за воротами, блять. Ага, вот девайсы прилетели, вся хуйня прилетела. Так, я тоже желтый таблетос беру. Бомжа убил. Смотрю. О, тут за воротами, Толик, блядь, да, за воротами. Он в соло, отлетел. Ему три коробки прилетело. За камнем, нет патронов. Хорошо. Убил. Нормально тут фул, блядь, сбор вообще всего. М-ка тут, Толик. Забрал, без патронов. Ага. Я... А, ну да, пули я заказать не могу, так что я... У меня две хилки есть. Да, вон, да видишь, тут... да, на табуляции, вон там двое справа на туристе. На этом. Вот, возле нас, блядь, еще треугольник. Да, вижу, вижу. Давай с ним, может, расправимся, который возле нас. Давай. Он на нас выдвигается где-то. Понял. Наверное, будут пытаться девайс добрать. Он уже возле тебя, Толик. Вы же где-то рядом. Так, вот смотри, у нас пробел, блядь, между ними. Ты в упоре с ним, Гарри, блядь. Да, да, я вижу, у меня тоже красная таблетка. Все, зон дает, ща выйдет. Вон он, вон он! Не вижу. Найс. Белого. Блин, на туристе вон там двое, видишь, да, справа от нас. Я вот этого перехватываю, в моем респе пытаюсь перехватить. Все, вижу, вижу, это помогает тоже. Сейчас краснота его выдавит, блять. Она и меня выдавливает. Не вижу, где этот хуйсос. Под тобой должен быть где-то по-другому. К тебе, наверное, поднимается. Меня стреляет, не знаю откуда. Это другой, это, слышь, это с этого, со скаута, по-моему, стрелял этот чел. С этого, циркачает с этого. Ёбаный, блять. Вон там, слышь, по-моему, где-то на маяке со скаутера. Понял. На тебе, пиздатый ган. Я скаут беру. Я скаут подобрал. Вижу. Вижу, не попал. Да, что-то пиздатое у него, что-то пиздатое. А где он? Блять, маяк, маяк. Что-то пиздатое а у него. Поточнее? Вот он. Вот здесь. За камнем был все, только что 5 секунд назад. Наверное, упрыгал назад, может быть. Ну те далеко еще, с этим можно воевать чуть-чуть. Там, видишь, да, двое справа на туристе подходят. Да, я покупаюсь. Вот этот чел один, может быть, их с ним стравить, с этими двумя стравить. Да, можно подождать. Можно подождать, у нас позиции, смотри, близкие. Мы красному, туриста сдвигаем. У нас зона давит, правда, со спины уже. Не, нормально, мы сюда зайдем внутрь веранды, и нормально будет, это будет еще сейфовая хуйня. Надо, смотри, на маяк, смотри, сейчас маяк начнет сдвигаться. Да, вон, вот. Видишь, да, уже да, вон да. Ящик летит. Все, контролю его. Контролю его.
Так, зона начинает меня есть. Все нормально, на веранду просто зайди, и это сейфовая точка. О, все. Бля, нихуя. Ну. Пиздец, все, я спалился. Yes, yes. Мы 2 в 2, Толик. Нас знают по нашему инфайс. Да, да. Чекаю с дроном. Давай, я тебя прою. Нашел их? Не вижу что-то. Под скалой, самый под скалой. Оба? Блядь. Да, оба. А ну все, давай тогда сверху на скале, сейчас зона их выдавит. Я сейчас бомбу поставлю, и все, они пойдут нахуй. Я флешки туда даю. А нам куда идти-то, блядь? Да ждем их нахуй. Пробегают понизу. Вижу, да. Вот один вот здесь. У тебя наебали. Убивай его, убил. Со вторым воюю, он там снизу. Найс, только, найс. Пацаны сразу услышали звук и давай топить. Я прям сейчас там с челом буду просто Рэмбо воевать в этой красной зоне. Все, у меня он убил. Ты ему жбан просто. Ну 40 кп, кстати, бомба оставила. Да. Я думал, что-то вообще ему дэмэдж, как будто бомба не дала. Сейчас мне ранг должен дать. Нормально, не вернула моего тимбера. Так, конкурентик, и у меня и у тиммейта. Если вдруг что, надо уходить. Так, ну у меня берег обычный хлебный. Посмотрим, что подо мной. Самое страшное, что не могу увидеть, что в помещении у него. Там может быть армор. На выходе может быть все что угодно вообще лежать. И любое говно, и любой хороший предмет. Девайс вижу. Патроны вижу. Вижу пистолет. Вот пистолет беру и рашу его. Блять, пиздец нахуй. Ну просто не могу попасть. There's somebody here, be careful. Got ammo up here. Ну, блять, надо переждать, пока нахуй враги немножко не попередохнут чуть-чуть. Блять, пиздец, как я вообще... Я вообще, можно сказать, ничего не попал, блять. Оставил здесь, можно будет. Мне нужен армор, блять, срочно нахуй. Потому что игра очень, блять, быстро заканчивается нахуй. Он не победит.
Ну, игра закончилась, блядь. Нихуя, блядь. Ох, проблема, Хьюстон, блядь.
Got one. Three enemies remaining. That one's some. Guy in the red zone. Above you, he's above you. I mean, sorry, I couldn't hear you. Get on me. Right. God damn, thanks, Bill. Nice teamwork, man. Вот можно взять пистолет, армор и выебать дом. Или быть выебанным. Сейчас бы еще умереть, да? Пиздец.
Пиздец, это должен был быть фрикил, я не понял, как я так по нему столько раз настрелял, и он не умер, блядь. Еще, если бы он меня порезал, это был бы, блядь, эпик. Был бы эпик. Так, что-то к тиммейту много народу стянулось. Основного девайса нет, и бонусный хил я не заимел. Очень плохо разыграл ситуацию. Что, принять файт с тиммейтом, блядь. Да, куда он тэпается, блядь, ёбаная обуза долбоёбская. Никто не хочет никого убивать. Я никуда не хочу идти, потому что знаю, чем все это может закончиться. Отлично, дикой. Минус хп. Дикой, минус хп. Чел даже не пытается что-то, блядь, найти. Не пытается. Я хочу вот этот гекс соседний подкараулить. Подкараулить и убить. Здесь хватит мозгов дверь не открывать. Врагов очень дохуя. Пиздец, походу.
Что, девайс никому не нужен? Just us left, son. Six enemies remaining. Дерьмово, катакомбера надо было убивать позарез. Но есть хорошая новость. Он вылезет только с внешней стороны стены. То есть внутрь в эту хуйню. Воу-воу. ПЛЗ, блять. Ёбаный, блядь, лосы. Пожалуйста, блядь. Бля, вот бы ты от меня ушел. Как меня вы бесите, долбоёбы бесполезные, блядь. Ебучий бот просто ходит за мной и палит мою позицию, блять. Вместо того, чтобы его закрыть с другой стороны, он просто за мной по пятам, блять, этот ебаный долбоеб ходит. Слава богу, тут ни хила, ничего, блять. Только две башки бы его спасли.
щит себе уже кто-то купил. Не знаю, запушить вот этот дом или нет. Стекла ломают. Еще патроны здесь остались. Пойдет. Деньги я не помню, я забрал. Это вновь прибывший? Или я кого-то проглядел? Казалось, что ко мне как будто кто-то идет. Что-то мне не нравится голый тиммейт. Отлично, путь свободен. Свободные гексы есть еще. Ага, что-то там на крыше. А, нет, это сзади дерево, лол. Или что это какая-то фигня там? Башня или что это? Так, anyway, гекс сместился. Гекс сместился очень близок к границе. Под мостом, наверное. Своя войнушка что-то. Кстати, тоже у него... Опасная, рискованная позиция. Так, он ушел. Ушел из-под гекса в другой. Мне показалось, или я услышал выстрел из скаута, блядь? Не показалось, но это точно не по мне.
Можно за девайс попробовать повоевать. Ты уже со скаутом, да? Ну я боюсь, я сейчас возьму желтый таблетос, и как это обычно бывает. Взял таблетос, получил со скаута ебасос. Кто-то тут тоже хочет поживиться вкусненьким дропом. Так, надо чекнуть дом, может кто патрон не забрал. Показывает на дом мне, да? Че, ножик лежит? Тут нихуя не увидит, ёбаные деревья. Ёбаные деревья, блядь. Нормально, он справился. Так, а хайвалью забрал, нормально. Так, ну надо переждать, получить вещички. Так, понял, на факторке или на радио. Радио это, по-моему, называется. На радио, наверное, где-то будет. Нет, задвигался и за девайсом. Он можно, кстати, попробовать красную зону пропрыгать. Если он вышел за девайсом, я знаю, да. Да. Ну что, идти ебашить его или нет, блядь? Давай ебашить, блядь. Ну, блядь. Six enemies remaining. Оно того не стоило, я, честно говоря, думал, я буду нормального пиздить игрока. Это уж совсем какой-то бомж теперь, на самом деле. Потерял преимущество в позиции, у меня нету ни хила, ничего. Просто отсюда упрыгиваю, надеюсь, что скаутер по мне нигде не попадет, никакой нигде. Так, ну попахивает последней зоной. Бомж, кстати, туда же тэпнулся и забирает девайс. Охуенно. Охуенно, блять. В итоге минус 2 хила, я просто потерял и все. Но я в последней зоне, судя по всему. В последней зоне. Ага. Так, чел сам себе бомбу наебало поставил. Удачи ему это разыграть. А, так ебать, 5 команд, нихуя себе. Нет, 3. Я не знаю, был ли сквадвайп или нет. Сквадвайп. Все, у нас чел остался.
кровь почищу. Ну вот так вот сяду, не буду его пускать. Тиммейтик рискует отъехать. Все. Вот так я встану на реакцию. У меня тут и хп нет, и хилки нет, ничего нет. Зона хавает. Хакер.